Краповый берет. Что это за могучая сила, которая заставляет людей взрослых, подготовленных к своей воинской специальности, имея за плечами боевой опыт, добровольно выходить и преодолевать новые трудности, терпеть и ломать себя, чтобы в конце тебе вручили берет и заслуженно стали называть профессионалом-спецназовцем. И никакие заслуги не смогут оказать тебе поблажку, если ты сам не преодолеешь этот экзамен. В 1978 году, когда создавалась рота специального назначения внутренних войск, необходимо было найти какое-то отличие этого подразделения от других. У воздушно-десантных войск есть голубые береты, у пограничников своя зеленая фуражка. Ну и решили, что краповый берет будет отличием воинов подразделения специального назначения. Начиная с 80-го года, уже сначала в роте специального назначения, затем в батальоне, потом в отряде, идет аттестационная проверка на право ношения крапового берета. Эта проверка проходит, как правило, два раза в год. В некоторых случаях мы делаем ее чаще. Когда идет проверка на краповый берет, приезжают даже бывшие военнослужащие. Сейчас, когда многие нравственные идеалы размыты, когда многое становится неясным даже нам самим, все-таки для солдата, который служит в отряде «Витязь», право заслужить краповый берет является вершиной всего, что он может здесь заслужить.